Этнопарк «Дружба народу» с 1 апреля начал работать 6 дней в неделю, сообщает в телеграм-канале городской администрации. Во вторник и четверг с 11 до 19 часов посетители ждут обзорной экскурсии по парку с посещением 3 национальных подворий. В среду и в пятницу в то же время можно будет побывать на мини-экскурсиях. Такие же будут организованы в субботу и воскресенье с 11 до 20 часов. Стоимость входного билета в непраздничные дни – 300 рублей для детей старше 14 лет, 200 рублей для льготников и ребят с 7 до 14 лет. Входные билеты доступны по пушкинской карте. Прием организованных групп от 15 человек на индивидуальные экскурсионные интерактивные программы осуществляется ежедневно в любое удобное время по предварительному бронированию. В Самаре вскоре стартует летняя оздоровительная кампания 2023, напоминает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. О ее особенностях в опубликованном видео рассказывает руководитель блока по летнему отдыху и оздоровлению Минсоцдемографии Самарской области Игорь Качелин. Бронирование путевок на социальном портале Министерства Супрема 63.ру будет открыто 20, 21 и 22 апреля. Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно получить по телефону 956-02-8. Началась регистрация волонтеров для организации всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, информирует в телеграм-канале промышленного района Самары. Добровольцем может стать любой житель нашего региона старше 14 лет. Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. В это время волонтеры должны будут информировать людей о возможности выбрать территорию для благоустройства и рассказать обо всех выбираемых объектах. Зарегистрироваться можно по опубликованной в телеграм-канале ссылке.